какой день недели, я не помню, поэтому считаю свою жизнь счастливой. Да. Все это весьма глупо, глупо слушается. Вообще, конечно. Ладно, давай сейчас не будем включать сразу трактор мышления. Это между старым и новым Симферопольским шоссе. Соответственно, порядок слов старым и новым. Еду в сторону нового. И сейчас я поворачиваю в сторону Оки. На этом самом, на заправке на Лукойле возьму себе эликсир свой. И какие дела? Надо мне содержать в порядке здоровье моей ракеты и мое собственное здоровье. И психическое здоровье. И направленность вектора моих действий, связанных с, как так сказать, с делами. Дела, в общем, на круг они нужны. Действительно, сидеть без дела — это врагу не пожелаешь. То есть, а дело у меня есть. Дело у меня, безусловно, есть, как ты сам понимаешь, как ты сам видишь. Другое дело, что осталось, по крайней мере, получить под это дело финансирование. У меня же все наоборот. Мне же нужно, как бы это сказать, мне нужно, чтобы мне платили, чтобы я работал. Вот. Мне нужно не получать заработок вот своего труда, а мне нужно платили, чтобы я мог работать. Вот, речи вообще никакой не идет о том, чтобы мне как-то набить свою кошелку благосостояния. Хотя об этом я тоже подумываю. Но ввиду печальности всех предстоящих перспектив, понимаешь, того, что впереди ждет, как говорится, предустановленный сход вниз, сход на нет, старение, потери друзей, близких и всякие, ничего хорошего, короче. Поэтому, а собственно, не очень вижу смысла обогащаться человеку, которому там за 50. На кой черт? Я придерживаюсь того мнения, что богатство, деньги, дома — это все нужно для женщин и детей. Ну или для юношества. Вот если ты богатый юноша, вот это круто. Ну я был, я из семьи среднего класса. Конечно, средний класс в нашей большой стране, говорят, находится в большой опале. Но наша семья, я считаю, это средний класс. И у меня юность была юноша среднего класса. Вот и все. Не откровенный нищеброд, какие у меня были, ну, не нищеброд, а такие прямо бедствующие семьи. Сейчас это юмористическое слово «нищеброд» в данном контексте не очень-то употреблять. Откровенно нищие, бедные, были среди моих знакомых всю мою жизнь. Правда, сейчас их и уже нет, сейчас такое впечатление, что я самый нищий. Но определенно не как они, и определенно не как некоторые, какие тоже были у меня знакомые и есть, которых, ну, для которых, короче говоря, ну, у которых денег там, ну, допустим, ну, десятки миллионов, 100 миллионов рублей, вот такие. Вот этого нету, в свою очередь, понимаешь? Ну, тот самый миллион долларов. Миллион долларов, он и в Африке миллион долларов. Вот, кстати, похожее место я нашел в Google Maps, смотрел, в Техасе. Вообще, как я уже говорил, я с любовью отношусь именно к штату Техас по до конца необъяснимым причинам. Ну, думаю, что, конечно же, причина бессознательна в том, что это Чак Норрис, что это крутой локер. Ну и, кстати говоря, фильмы типа «От заката до рассвета», которые тоже происходят там наполовину в Техасе, наполовину в Мексике. Невада. В принципе, к Неваде, к Техасу, к Нью-Мексико. Вот к этим штатам почему-то отношусь тепло.
отношусь как бы гораздо прохладнее, допустим, к Иллинойсу, хотя это очень странно. Ну, потому что, видимо, опять же, отпечатался такой суровый Чикаго из фильма «Братья Блюз», возможно. Ну, Теннесси — это все, понятно, священные места, Нэшвилл — это все столицы, музыкальные столицы корневой американской музыки. Ну, конечно, если бы я бы там жил, я бы жил в штате Вашингтон, наверное. Но тоже не факт. А то поди бы жил бы в Техасе. Представляете, техасец все бы. Не, ну а что, ничего нельзя исключать до конца. Но на самом деле это хорошо в воображении, на практике это будет совершенно другое. И я придерживаюсь того самого, что не место красит человека, друзья мои, это... По-любому, не место красит человек. Важно не где, а с кем, и важно не где, а кто ты сам исключительно.